Асфальтобетонный завод в Нарынской области, принадлежащий госпредприятию «Кыргызавтожол», начал работу на 10 дней раньше. В этом году заказано более 20 тысяч тонн асфальтобетонной продукции. На данный момент работает камнедробильная техника, ведутся работы по подготовке необходимых материалов. Мы подвозим заготовки, дробилка работает, отсев в нужном количестве. Надеюсь, в этом году работа пойдет лучше. Трудимся вне зависимости от выходных и праздников. Завод непрерывно работает вот уже более 40 лет. Учитывая, что основные работы по укладке асфальта в области проводятся в городе Нарын, Атбашинском и Нарынском районах, объект работает с перегрузкой. В госпредприятии «Кыргызавтожол» отмечают, что с учетом мощности действующего завода в район будут поставлять и продукцию частной компании. Всего по Нарыну дополнительно нужно проложить еще 29,5 километров. Сейчас мы привлекли к работам еще одну частную компанию. В планах и строительство аэропорта города Нарын. Стало быть, требуются дополнительные силы и производство. В этом году в области будет заасфальтировано около 106 километров дорог. Эскизы предстоящих работ готовы. Дорожники ждут лишь выделения средств. Работы по строительству дорог осуществляются местными дорожными службами самостоятельно. Ремонт некоторых отрезков внутренних дорог может быть передан частным компаниям для обеспечения своевременного и качественного выполнения. Всего в этом году на все эти работы потребуется 9600 тонн битума. В прошлом году мы увеличили производство битума с 58 тысяч до 60 тысяч тонн. Ориентировочная стоимость 600-700 долларов. В этом году стоимость составила 285 долларов. Помимо дорожного строительства, в регионе нужно отремонтировать и 3 аварийных моста. 2 из них деревянные, они будут полностью заменены на бетонные. Один мост необходимо расширить. Кроме того, в планах приобрести более 700 единиц техники, тендер уже проведен. Ожидается, что вместе с техникой в регионе появится и асфальтобетонный завод. Улан Касенов, Нуркас Абдрахманова, Дюйшен Шаршембеков, Нурус Аблаев, Алатау 24, Нарынская область.